Думаю, это последний раз, когда они попросили меня покормить их. Ой, что-то я проголодался, Ярик. Пойдем поедим. А что это мы пойдем поедим? Соня сегодня за старшую. Пускай приготовит еду и принесет к нам. Да Соня, кроме бутербродов, ничего готовить и не умеет. Ну, пускай по бутерброду и приготовит. Я бы бутер сейчас заточил. Соня, иди сюда! Че разорались? Что надо? Соня, приготовь нам, пожалуйста, по бутеру. У тебя так хорошо выходит. Ага, то у меня руки не с того места растут, то еще что-нибудь. А сейчас как проголодались, так Соня, бутер приготовь. Хорошо, видите ли, они у меня выходят. Ну-ну. А я маме скажу, что ты нас не накормила. А я папе скажу, что ты зажала нам бутерброд. Ну вот, вот это ваше истинное лицо. Ну, Соня, ну пожалуйста. Ладно, малявки, но я вам сделаю не просто бутерброд, а шаурму. Шаурму? Класс, Соня! Только ингредиенты вы выберете сами, вслепую. У меня есть две монеты, 1 копейка и 2 копейки. Ну ты, Соня, богатый буратино. Ой, хватит тебе. И что ты, хочешь нас за эти деньги накормить? Нет, это для того, чтобы вы не вытягивали бумажки с единичками и двоечками, а будете просто вытягивать монетки. Я кладу монетки в руки, вы выбираете руку. Тот номинал, который вам выпадет, двоечка или единичка, выбираете продукт. Сейчас вы выберете руки. В первом раунде будет сгущенка или кетчуп. Выбирайте на камень, ножницы, бумага, кому какая рука. Первый. Двоечка, единичка. Когда будете кушать свою шаурму, узнаете, что кому попало, а зрители сейчас уже знают. Второй раунд. Ингредиенты: корица или орегано. Спорьте на чуфо, кто первый. Чифифо, чифифо. Гоша первый. Единичка, двоечка. Вы, ребята, уже знаете, кому какая приправа попалась. А они узнают только тогда, когда попробуют шаурму. Третий раунд. Плавленый шоколадный сыр или жареная курица. Испорченный чифо. Чифифо, чифифо, чифифо. Я первый. Двоечка, единичка. Соня, ну что же мне выпало? Я так хочу жареную курицу. Нет, я хочу жареную курицу. Ну вот тут еще поссорьтесь из-за того, что не знаете. А ребята знают. Ждем, ждем, ждем. Раунд номер 4. Яблоко или помидор? Спорьте на чифо. Чифифо, чифифо, чифифо. Выбирай. Двоечка, единичка. Осталось 2 раунда. Предпоследний. Спорьте, кому будет тертый сыр, а кому тертая конфета. Чифифо, 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 чифифо. Единичка, двоечка. Последний раунд. Ребята спорят за корейскую морковку и обычную сырую тертую морковку. Чифифо, чифифо, чифифо. Гоша. Единичка, двоечка. Я пошла готовить шаурму вкусненькую, а кому-то нет. Ладно, посмотрим, что получится. Даже интересно. Ребята, вы уже знали, что досталось кому? А я только сейчас узнала, когда доставала Гошины ингредиенты. Честно говоря, не очень вкусная шаурма. Первое. Кетчуп. Думаю, это последний раз, когда они попросили меня покормить их. Заворачиваем.
Шаурма для Георгия готова. Следующий Ярослав. А теперь ингредиенты для шаурмы Ярослава. Скорее всего, она более съедобная, потому что тут орегано, курица, сыр и корейская морковка. Приступим. Видите, что у нас получилось? Первый дубль был чуть поаккуратнее. Сейчас я подогрею шаурму и пойду кормить козявок. Ну где уже это, Соня? У меня сейчас будет голодный обморок. Не говори, лучше бы сделала бутерброды. Поели бы уже давно. Животче так бурчит. Готовы, голубчики? Самая лучшая в мире шаурма ждет вас. Так, Гоша, это твоя? Ярик, это твоя. Кушайте и наслаждайтесь. Приятного аппетита! А я, наверное, пойду погуляю. Ну что, вполне съедобно. А я не могу рот раскрыть на толщину этой шаурмы. Хотя получилось. Неужели понравилось? Вот это предпочтение. Вот это вкус. Ребята, вы были на канале Мафики Твикс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. И Инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока-пока! Всем привет, ребята! Вы на канале Мафики Твикс. Вы знаете, как у нас появился питбайк? Если нет, то смотрите последние серии на канале Мафики. И не забудьте подписаться и поставить лайки. И на этот канал тоже. И колокольчики, чтобы не пропустить новое видео. Сегодня мы попробуем на нем покататься. Смотрите дальше. А вот и наш тигр. Я теперь хочу поездить. Какой тебе питбайк? Ты лучше на трехколесном велосипеде ездишь. Слышь, черепашка-ниндзя, не выпендривайся тут. Гош, ты же ботан, иди бабочек снимай. Слазь давай, моя очередь. Ты уверен, что ты справишься? Что-то я за тебя переживаю. Ты ж справился, я ж не хуже. Давай, слазь. Ну ладно. Пап, ты мне поможешь? Не, ну конечно помогу, ты ж в первый раз. Но только потом, после того, как попробуешь, надо будет и самому немножко, хорошо? Да я быстро научусь. Ярик же ж быстро научился. Ну что, Гоша, готов? Всегда готов. Ты помни, Гоша, я тебя на телефон снимаю. Если опозоришься, то я тебя выложу в Инстаграм. Ты это... Не снимай, я тебя не снимал. Давай, давай. Ну, получается. Брат, да ты молодец, ты не ботан. А то я старался. Ты хоть наснимал меня? Да не бойся, не буду ничего выкладывать. У тебя круто все получилось. Так наоборот, выкладывай, если я такой крутой. А ты меня тогда поснимаешь и выложишь. Хорошо. Ребята, вы были на канале Мафики Твикс. Подписывайтесь, ставьте лайки, много-много лайков.
Не забывайте нажимать на колокольчик и Инстаграм. Ссылочка в описании. Пока-пока!